Партнер программы – компания «Экогейзер». Школа кино и телевидения «Кинолаб Рязань» представляет. Вот кто тебя за язык тянул сказать Мэри Ванне, что ты знаешь, как он выглядит? Я же тебе говорю, я знаю, как он выглядит. Он железный и большой. Да ничего ты не знаешь, он небольшой и деревянный. Он такой должен быть, ровный и прямой. Он же круглый. Как круглый можно обрезать кусты? Мэри Ванна сама сказала, принеси секатор, чтобы обрезать ветки. Так вот же он на самом видном месте был. Да это же циркуль! Еще отличница называется. Как же нам найти этот секатор? Точно! Надо в интернете картинки посмотреть. Отлично. Ты ищи, а я пока что яблочко съем. Итак, дети, сейчас мы поговорим о яблоках. Какие сорта вы знаете и когда их собирают? Пожалуйста. Мне нравятся яблоки штрифель. Это летний сорт яблок. Их нужно собирать в июле. А у моей бабушки растут яблоки пипин. Они очень вкусные. Их собирают в августе. А я знаю яблоки Антоновка. Это зимний сорт. Собирать их нужно не раньше сентября. Есть их лучше всего на Новый год. Они становятся мягкие и душистые. Какие же все глупые. Вы неправильно говорите. А почему ты считаешь, что ребята неправильно говорят? Я вам на личном примере расскажу. Зашел я в сад за яблоками, а там собака. И при чем же тут собака? Ну как, она за мной погналась? Я не глядя, трехметровый забор перемахнул. Да, такое бывает. Как говорится, у страха глаза велики. В момент опасности человек раскрывает неограниченные возможности. Ну при чем здесь все это? Как? Причем? Яблоки надо собирать, когда у соседа собака привязана. Школа кино и телевидения «Кинолаб» продолжает набор по направлениям кино, телевидения, радио. В программе занятия по актерскому мастерству, журналистике, операторскому и сценарному мастерству. Все лето киноканикулы и съемки в телепроектах. Если ты творческий, креативный, но еще не с нами, приходи и раскрой свои таланты. Ждем тебя по адресу улица Есенина, 1А. Телефон 99-38-62. Что ты так долго смотришь? Да я посмотрю. Отдай, это мой телефон. Ты что, смотришь черную точку? Это носик моего нового друга. Ух ты, какой милый песик! Дай-ка я тоже лайк. А мы ей не доверяемся, даже не хотим понять, что в природе есть такие силы, которые могут... Слушай, Белов, мы ведь уже с тобой 7 лет на последней парте сидим. Ну да, уже 7 лет. Постоянно болтаем на уроках. Ну, болтаем, да. Играем в телефоны. Ну да, играем, что? Так почему меня из класса выгоняют, а тебя нет? Ты в какую игрушку ты играешь? Я? В Клэш-Рояль. Вот. А я нашему директору Виолетте Ивановне лайки в Инстаграм ставлю. Петров, что ты там болтаешь? А ну немедленно выйди из класса. Вот у тебя крыша солидная. Приглашаем всех рязанцев принять участие в съемках веселых скетчей. Приколы от киношколы. Без кастинга и длительного обучения. Подробности и запись по телефону 99-38-62. Что там у тебя? Дай тоже попробовать, поделись. Нет, не могу, мне это родители из Таиланда привезли, не дам. Вот жадина. Ну хоть расскажи, что там у тебя? Нереально вкусно.
Ничего в жизни лучше не пробовал. Ну дай попробовать хоть одну штучку. Ладно, если закроешь глаза. На, угощайся, Петров. Слушай, Сидорова, почему у тебя постоянно деньги после школьной столовки остаются? Ты ведь всегда себе что-то покупаешь. А мне родители точь-точь ровно на обед дают. Копейка в копейку. А как они узнают, сколько обед стоит? Да блин, маман постоянно звонит в школьную столовку и спрашивает, сколько стоит обед. Моя тоже звонит. Не доверяет мне. Постоянно звонит и спрашивает. А как же ты умудряешься ее постоянно обманывать? Но я ее только один раз обманула. Когда она номер школьной столовой спросила, я ей номер ресторана дала. Школа кино и телевидения «Кинолаб» продолжает набор по направлениям кино, телевидение, радио. В программе занятия по актерскому мастерству, журналистике, операторскому и сценарному мастерству. Все лето киноканикулы и съемки в телепроектах. Если ты творческий, креативный, но еще не с нами, приходи и раскрой свои таланты. Ждем тебя по адресу улица Есенина, 1А. Телефон 99-38-62. Ну где же этот секатор? Вот же он! Секатор! Я же говорил, что знаю, как он выглядит. Пошли работать. Подожди, сейчас по твоим полетам хэштег поставлю. О, вау, просто космос. Привет. Здорово. Как дела? Ну что, сегодня последний день. Кто куда летом собирается? Я на остров в Тихом океане. Родаки виллу купили. Море, песок, бассейн. А мы с батей недавно киношку смотрели. Ледокол. Тоже купили ледокол. Вот на все лето на Северный полюс махнем. Короче, я с пингвинами зависать буду. Клево. А у меня предки яхту 100-метровую купили. С Флайбриджа. Наверное, махнем в кругосветку. Океаны, волны, шторм, киты, акулы. Ну, а ты куда? Да у нас с 1 июня подготовка в Звездном Градке. Это что за фишка такая? Да мы всей семьей на космическую станцию собираемся. Звезды, кометы, невесомость. Одним словом, космос. Блин, это, наверное, так дорого. Да папа говорит, полет недорого. Дорого туда будет из нашего любимого ресторана 3 раза в день еду доставлять. Приглашаем всех рязанцев принять участие в съемках веселых скетчей. Приколы от киношколы. Без кастинга и длительного обучения. Подробности и запись по телефону 99-38-62. Школа кино и телевидения «Кинолаб» продолжает набор по направлениям кино, телевидение, радио. В программе занятия по актерскому мастерству, журналистике, операторскому и сценарному мастерству. Все лето киноканикулы и съемки в телепроектах. Если ты творческий, креативный, но еще не с нами, приходи и раскрой свои таланты. Ждем тебя по адресу улица Есенина, 1А. Телефон 99-38-62.